в Московской государственной аграрно-инженерном университете имени Горячкина. Найденный Анатолий Васильевич. Очень коротенько аннотация нашего проекта. Значит, в чем суть концепции энергосберегающего строительства жилья? Если мы посмотрим на все, что существовало до этого, скажем, с 1905 года, когда жилье превратилось в товар, и на жилье начали банковать или зарабатывать на строительстве жилья. До 1905 года такой концепции зарабатывания на жилье не было. То есть жилье строилось, каждый обеспечивал сам себя жильем. Было коммерческое жилье, то есть по найму, которое сдавалось, но это не на продажу, как оно делалось, а, как его сейчас называют, это социальное жилье, или те, кто приезжает куда-то, вместо гостиниц, они снимали себе комнату, квартиру или еще что-нибудь. Все, знаете, начиная с разношинцев, это такая система была. С 1905 года во всем мире эта концепция была закрыта, и превратить жилье увидели те, которые обременены зарабатыванием денег, то есть с торговыми мозгами, они увидели, что на этом очень можно хорошенько зарабатывать. И превратили жилье из генетически обусловленного такого продукта или как это, возможности человека, из необходимого, из условий для жизни, превратили в товар. И мы до сих пор видим, что ни у кого его нет. Его никогда не будет, потому что товара, как правило, никогда недостаточно. Потому что если его будет достаточно, он прекращает быть товаром. То есть если у всех это все есть, значит тогда он не нужен, и тогда не нужен тот, кто на нем банкует. Поэтому мы и разрабатывали свою концепцию, исходя из того, чтобы человек мог сам себе построить дом, сам, я это ответственно заявляю, чтобы он средства мог сам себе заработать и добыть, и чтобы это жилье превосходило по своим качествам все то, что строилось до этого. В каком плане? Если мы посмотрим на то жилье, которое возводится, то по оценке многих экспертов, не только наших, российских, но и зарубежных, информация о зарубежной оценке у нас, как правило, не доходит до общественного мнения, но она изложена очень хорошо в таких двух книгах, которые сейчас присутствуют и в интернете, и в продаже. Это одна книга «Экологический автономный дом», Лапин Юрий Николаевич, вторая книга, это Кристофер Дей, «Места, где обитает душа». Кажется, название «Места, где обитает душа» никакого отношения как бы к дому не имеет, то есть к той существующей модели. Но там очень хорошо изложена характеристика материалов, которые применяются в существующем домостроении, технологии, которые применяются, и как чувствует там человек именно в таких домах. Поэтому он отказался от очень перспективных таких заманчивых предложений с Табердеями, принял аббатство и сейчас занимается тем же, чем и мы занимаемся. Только он раньше начал заниматься этим, а мы чуть позже, лет 10 раз разрыв. Поэтому сейчас мы разработали, на чем основана наша концепция. Значит, в каждом регионе есть очень много материалов, таких как, допустим, солома, лузга, есть лен, отходы это льна, конопли, от подсолнухов, то есть растительные отходы. Но как из основных отходов это солома. Солома по своему физико-химическим характеристикам самый наилучший теплоизолирующий материал на данном этапе. Человек еще пока ничего лучше, чем солома и мох, пока еще ничего не придумал. Особенно если мы берем солому ржаную. Она по всем характеристикам непревзойденный материал. По цене и качеству. По долгосрочности, по доломечности солома может простоять, человек столько никогда не проживет, сколько простоит солома в защищенном виде. Не тогда, когда она промокшая, а в защищенном виде, в закрытом состоянии. Она может храниться неограниченно долго. Есть еще один материал такой из тех, которые мы предлагаем в строительстве. Это торфоблок или материал, основанный на связующем торф. Он сам как цемент вяжущий и одновременно как теплоизолирующий материал. Консервантов никаких, потому что он сам является консервантом, тем более он биологически совместим с человеком. То есть человек, прикасаясь к торфу, у него пропадают многие кожные заболевания. То есть он как еще лечащее такое вещество. Хотя у нас его 53% мировых запасов, но за последних 10-20 лет сократилось производство в десятки раз. То есть его производилось очень много до этого и в качестве топлива, и в качестве такого материала, как мы говорим.
Но это отдельная тема к технологии производства материалов. Есть другие, более эффективные, то есть достаточно эффективные материалы. Это керамическая пена, то есть вспененная глина и обожженная. Она с закрытыми порами, такая же, как и пеностекло. То есть пеностекло тоже так же вспенивается, застывает, и получаются брикеты или кубики для строительства. Прекраснейший материал, который в грунте сохраняется бесконечно много, долго, ну, там 100 и более лет, без изменения физико-технических характеристик. Вот основываясь на таких, на доступных человеку материалах и на долговечных материалах, и экологически совместимых человека, мы построили концепцию строительства дома. А в своей конструкции мотивировались тем, чтобы человеку эта конструкция была доступной. И при этом, чтобы она превосходила все существа. Ну, не цель такая, чтобы она превосходила, так уж совсем превосходила, но чтобы она была, то есть, чтобы человек в ней был гарантирован от внешних воздействий, ну, допустим, от сырости, от холода и от разрушения. Ну, допустим, ветер сильный, ураган, вот как, или такое же землетрясение, например, как вот в этом недавно произошло, где тысячи, сотни тысяч людей там или десятки тысяч людей погибли, и только потому, что жилище строилось совершенно как бы без технологий и без конструктивных особенностей. Хотя знают, что район сейсмоопасный, жилье надо строить защищенным от этих толчков. Ну, ряд других у нас в Армении, там в Спитаке были, других такие вот элементы, где мы людей сотнями тысяч погибло. Значит, наши дома по конструкции практически неразрушаемые. Хотя мы называем их каркасными, но от слова другого под рукой не было на тот случай названия. Каркас — это не тот в обычном понимании каркас, как, допустим, канадский или американский, или европейский, немецкий каркас, где элементы идут как бы в стык один с одним. Мы вяжем конструкцию дома, как вот монолитные дома сейчас из металла конструкции делают, монолитные дома, мы такую же самую вязку производим, но только из дерева. Заменили металл на дерево, и при этом конструкция получается неразрушаемая. То есть дом нужно, чтобы разрушить, надо, значит, мощными такими тракторами как зацепить его и разрывать, что приводит, таких усилий не бывает в естественных условиях. И так как она по своей с виду кажется конструкция сложная, но если при более подробном, там, более внимательном осмотрении, так серьезных таких конструктивных элементов не заложено. То есть человеку со средним образованием легко можно усвоить конструктивные особенности и самому его построить дом, потому как тех тонкостей, как немецкая технология предусматривает, что нужно только на заводе правильно отпилить и прочее, только мы эти элементы устранили из технологии. То есть так, чтобы человек с достаточным, ну, руки, у которого более-менее нормально пристроены, он знает и конструктивно выполняет технологически таким образом, чтобы элементы горизонтальные, они являются выравнивающими. Мы обычно доску ставим, а потом все на нее, и нам не нужен ни уровень. Два, две точки выставили, это будем объяснять это конструктивно. Теперь еще большая особенность, то есть фундаментальная особенность наших домов. Мы отказались от таких традиционных сниповских понятий, как фундамент. Фундамента в наших домах традиционно практически нет. Мы делаем термоизолированное основание дома, термоизолированное. Что это означает? Это значит, мы от холода, от внешнего воздействия холода, мы закрываем тепло грунта. И это термоизолированное основание, оно же является и аккумулятором тепловой энергии. То есть в третий период, когда солнце нам дает тепла очень много, мы дом построили так, что он является приемником лучистой солнечной энергии и передает тепло, трансформирует в этот самый аккумулятор. И уходим от необходимости отапливать дом в течение 9 месяцев, в том числе и на нагрев воды. В зимние 3 месяца этого тепла недостаточно, нужно добавлять тепло, но то, что мы добавляем, это всего получается 3-5% от традиционного строительства. То есть мы все равно даже в зимнее время добавка это составляет всего, ну, как вот 5 ватт на квадратный метр в доме. Ну, 5-15 это если простая примитивная технология, а если с учетом возобновляемых источников энергии, то до 5 ватт на квадратный метр. Вы можете посмотреть в своих справочниках дома открытий и увидите, как далеко это от того, что сейчас делается.
И следующий вопрос, значит, когда мы делаем термоизолированное основание, конечно, там надо предусматривать, чтобы потом было и для человека овощехранилище. Значит, мы выбираем определенную зону, где наиболее отрицательная температура, то есть минусовая, изолируем ее от самого дома, и там практически мы имеем круглогодовую минусовую температуру. То есть за зиму там наоборот накапливается холод и обеспечивает человека холодом. Поэтому не надо будет холодильник. А холодильник, как вы знаете, это прибор, который тратит электрическую энергию, превращает ее в холод. Вот. Там холод накопился, нам опять не нужно тратить электрическую энергию. Вот когда мы просуммировали все показатели дома по стене, как защищать, по вентиляции, а так как в вентиляции требуется менять воздух намного меньше, чем в обычных вредных домах, там совершенно другая методика расчета, из расчета удаления вредности, а у нас вентиляция считается из расчета необходимого подачи воздуха для жизнедеятельности человека. Не за то, чтобы удалить вредные вещества, а только для того, чтобы дать человеку достаточно кислорода. Это совершенно другие понятия, и поэтому расходы на вентиляцию у нас в 10-15 раз меньше, чем в обычных традиционных домах. И на отопление тоже так же мы довели сейчас практически до 15-кратного снижения затрат, общей суммарной затраты в денежном выражении эквиваленте на содержание дома где-то в 10-15 раз меньше. Ну, сейчас вот разрабатываем нулевой дом, так это пассивный дом, который вообще обойдется без применения, ну, при внесении извне за счет сжигания углеводородов тепла. То есть технологическое тепло достаточно будет, чтобы в доме было всегда тепло. Ну, приведу такой маленький примерчик. Если дом, комната 25 квадратных метров, и люстра там пятирожковая по 100 ватт лампочки, то такая комната перегревается у нас. То есть от одной люстры будет тепла больше. Таким образом, человек в зимнее время, когда ему наибольше требуется световой энергии, то есть света, он включает ее там на 5-8 часов в сутки, она работает. И этого времени, что люстра работает как световой осветительный прибор, она одновременно работает как генератор тепла. И поэтому того тепла предостаточно, чтобы осталась комната достаточно была в теплом состоянии. Ну и ряд других таких вопросов, которые предусмотрены в наших домах. Вы подробно потом на сайте на нашем посмотрите всю эту информацию. А сейчас, чтобы вы немножко отдохнули, как говорится, от этого, мы запустим вам маленький фильм, где будет показано построенный дом в Великом Новгороде на берегу озера Эльбе. Мы построили его 5 лет назад, он уже пятую зиму существует там. И вот этот дом мы как бы демонстрируем всем для того, чтобы показать, что в течение 5 лет этот дом не имеет при усадках и прочих ни одной трещины. Ни одной не появилось у него. То есть как отделан был в тот момент, в таком состоянии находится и сейчас. И вдобавок, потом мы планировали этот дом сделать 5-кратным снижением тепла. Заказчик так хотел, пока не верил в наши достижения, поэтому сказал, сделайте мне хотя бы так. Мы ему сделали, получилось реально где-то 6-кратное снижение затрат на отопление его и горячего водоснабжения. Да, он существует, этот дом. Сейчас строим, часть построили уже под Москвой здесь таких же демонстрационных домов, ну, уже более высокой эффективностью. И с весны будем строить целый поселок. Можете приезжать, смотреть, начиная от нуля и кончая как бы уже... А где? Под Москвой, в районе Ступинского района. А стоимость вот этого дома? Стоимость с нуля, вот с нуля дома, на тот момент, как мы под ключ. Вот с момента с этими, с люстрами, со всем... Ну, под ключ. Да, ну я говорю, с люстрами, это строилось, ну как он так, без всяких секретов, дом строился на территории жилого поселка, но строился как корпоративная база отдыха, потому что берег озера. Если бы мы строили как базу, то естественно там бы требовалось дополнительные условия на согласование с ней, а так как это обычный жилой дом, ну как вот сейчас идет волна этой борьбы с этими застройщиками в охранных зонах, поэтому мы построили его как жилой дом. По принципу жилого, внешне он жилой, а практически корпоративная база отдыха. На 5 номеров, как маленькая микрогостиница. Вот он обошлось в тот период, значит, $683 за квадратный метр. Вместе со светильниками, ну это в Новгороде, вместе с участком со стоимостью и благоустройством. Каркасный дом для многих – это прежде всего строение канадского типа. Однако и у нас в России строят дома не хуже. Здравствуйте, с вами программа «Строить, не перестроить» и я ведущий Андрей Довгопол. И сегодня мы побываем в доме российского производства каркасного типа. Моду на дома каркасного типа привил еще Петр I, побывав в Голландии и в Германии.
Однако еще раньше строение такого рода можно было увидеть и в Москве, в славной немецкой слободе. Но что интересно, уже тогда такие дома были приспособлены к российскому климату. Однако со временем немецкие традиции каркасного строительства в России стали забываться. И только в 20 веке в нашу страну вернулись каркасные дома, но уже не немецкие, приспособленные к нашему климату, а новые канадские. Такие дома, к сожалению, не соответствуют никаким нормам по утеплению, и на разогрев такого жилища требуется немало топлива. Тем более, что на Западе в таких зданиях используется исключительно кондиционер. Но тем не менее, российские застройщики все чаще обращаются к этому типу строения. Как вы уже успели догадаться, сегодня мы именно на таком объекте. Этот дом построен на берегу древнего русского озера Ильмень. Именно здесь когда-то проходил путь из варяг в греки. И неудивительно, что на этом месте построен дом, сочетающий в себе традиции европейского домостроения и русского зодчества. Также хочется добавить, что этот дом считается экспериментальным. Дело в том, что руководили строителями ведущие архитекторы и инженеры. В своей работе они основывались как на теоретических, так и на практических знаниях строительной науки. Итак, как же устроен этот дом? Давайте поинтересуемся у автора проекта Анатолия Наденова. Итак, дорогие друзья, я рад представить вам автора проекта и технологии Анатолия Васильевича Наденова. Здравствуйте, Анатолий Васильевич. Здравствуйте. Итак, первый вопрос мой. Вот это, мы видим, дом выполнен по каркасной технологии, да? Однако существуют, как известно, дома, выполненные по канадской технологии. А чем вот такой русский дом отличается? Вообще ваша эта постройка чем принципиально отличается от других? Тем, что у нас применяется два каркаса, внешний и наружный. То есть внешний и внутренний. Внутренний – это несущий каркас, принимающий всю нагрузку дома. А внешний – это для отделочных работ, то есть тех дизайнерских находок, которые можно навешивать любые, какие там по местным условиям как бы приняты. Можно кирпич, можно плитку, можно вот как здесь блокхаус, можно сайдинг, если у кого-то такое желание найдется. То есть любая отделка, которая может быть приемлема в данной местности, то есть к чему люди привыкли. Она универсальная, эта конструкция, двух как бы слойный каркас, наружный и внутренний, и она позволяет применять любые формы отделки. При этом мы имеем пространство для размещения утеплителя, скажем так, превышающее СНИПовские нормы в 2, 5 и 15 раз различные формы. А каким образом вы добились такого увеличения теплоемкости? Да, мы применяем здесь утеплители растительного происхождения или не синтетического производства. Это можно прессованную солому, геокар в данном случае применен полностью несущий геокар. Это торфоблок, имеющий теплопроводность настолько низкую, что она соизмерима с синтетическими материалами. То есть она 0,062, 0,068 где-то лямбда в ней. Поэтому мы на толщине стен где-то 50 сантиметров заполнение этим геокаром, мы получаем где-то около 8 R0. То есть это превосходящее СНИПовские приблизительно в 2-2,5 раза нормативы. То есть СНИП не требует таких дополнительных утеплений, но мы не превышаем при этом затраты на общее строительство дома нисколько, даже они будут меньше. Понятно. Вы говорили еще, что здесь как-то сделана крыша у вас необычная или как-то оригинальная, тем более мы даже видим. Крыша, да, это наша разработка. Она не новая такая, она существует как бы давно, особенно в церковном покрытии куполов. А мы ее только применили и как бы сделали так, чтобы можно было ее изготовить в полевых условиях. В заводских условиях мы только нарубили пластинок, а в местных условиях уже сверлили, загибали и крыли. Крыли люди, которые никогда не занимались кровельными работами. Я их только показал около 10 пластинок, как их нужно закрепить. А дальше они сделали вот то, что вы видите. А чем этот способ лучше? Он доступен в любых условиях работы. И устраняет шум от дождя. Он 100% гарантия никаких протечек никогда ни при каких условиях не будет. И на этой крыше снег никогда не держится. То есть вот те проблемы, которые особенно по большим городам. Если снег не держится, но снег является же своеобразным утеплителем. Нам это не требуется, у нас уже достаточное утепление там под крышей имеется. Поэтому нам снегом утеплять крыши не нужно.
а не так теплая. Поэтому он и не держится, что она снаружи холодная. Угу. Она не тает снег на это, сухой сразу же при падении, при снегопаде он тут же сразу и соскальзывает. Хорошо, последний вопрос. С каких материалов сделаны, собственно говоря, вот эти пластины на крыше? Это что-то? Что это? Ну, это обычная оцинковка, оцинкованная сталь. Да, порубленная, ну, как бы определенной формы, а потом на месте уже делается из нее конкретно детали, которые требуются для укладки. Хорошо, спасибо большое. Этот дом построен в Новгородской области. Зимой средняя температура воздуха здесь минус 10-12 градусов, а летом плюс 12-17 по Цельсию. Однако не следует забывать и о сильных ветрах. Именно поэтому при постройке каркасного дома в таких условиях нужно позаботиться об утеплении дома, надежно защитить его от ветра и холода. Хотя продуваемость каркасного дома в принципе крайне незначительная. Именно поэтому упор необходимо ставить на вентиляцию не естественную, а механическую, принудительную. Такая вентиляция охлаждать стены дома не будет, ведь лучевая энергия нагревает не только воздух, но и стены, а именно такой способ отопления используется в этом доме. Кроме того, нельзя забывать, что только обеспечив герметичность наружного контура стен и перекрытий, можно заставить слоеную каркасную конструкцию работать. Подробнее о том, как устроены стены в этом доме и по какому принципу должно работать отопление в каркасном строении, расскажет наш постоянный эксперт Андрей Курышев. Вот сейчас мы находимся в каркасном доме, ну, в необычном каркасном доме, который построен из блоков геокар. Это торфяные блоки. И вот хочу обратить ваше внимание на стены этого дома. Ну, они, конечно, сейчас снаружи уже облицованы отделочными материалами, но, тем не менее, толщина блоков геокар, размер 60 сантиметров. Вот они как раз лежат здесь 50 сантиметров у нас с этой стороны стены, и там за окном еще сантиметров 10-12. Так вот, эта стена состоит из двух частей, как сказал автор, из внутреннего каркаса деревянного, состоящего из разных по своему сечению пиломатериалов, и наружного каркаса, тоже деревянного. Но наружный каркас набита отделка. В данном случае это большой блокхаус. Ну и внутри тоже блокхаус поменьше. А вот как раз между двумя этими каркасами и заключено 60 сантиметров теплого, теплоемкого, экологически чистого материала, который выпускается в Твери, и называется он геокар. Многие телезрители, наверное, уже обратили внимание на характерные щелчки. Это потрескивают сосновые дрова в камине, который тоже весьма интересен. Обратите внимание на форму камина. Его поверхность ребристая. Это позволяет лучевому теплу равномернее распространяться по комнате, нагревая тем самым стены дома. Вот для того, чтобы понять, насколько теплый этот дом, достаточно померить температуру наружной стены. Если температура наружной стены отличается от температуры внутренней стены, значит, наружная стена источает энергию, даже если отличается всего на десятые доли градуса. В данном случае у нас наружная стена 21 градус, и внутренняя стена у нас тоже столько же. То есть практически температура наружной и внутренней стены друг от друга не отличаются. И вот хочется обратить внимание на то, что в этом доме владелец все-таки настоял на установку системы отопления, хотя здесь теплопотребление, конечно, значительно ниже, чем в доме обычном. Но вот он установил такие обычные стандартные радиаторы. Дело в том, что в этом случае я посоветовал бы не ставить такие радиаторы, потому что у них большая конвективная составляющая тепловая. А существуют такие же модели радиаторов, но состоящие только из одной вот этой передней панели, которая наихудшим образом греет воздух и наилучшим образом облучает тепловой лучевой энергией внутреннее помещение дома. Так вот, в этом случае хозяева, я думаю, скоро поймут, что вот эти радиаторы явно избыточны. Система здесь сделана так, что
температура не должна доходить более 40 градусов в радиаторах, то есть это низкотемпературное отопление. А на самом деле в таком теплом доме это низкотемпературное отопление может быть еще и лучевым, то есть с наименьшим прогревом воздуха. Но в случае лучевой составляющей нужно убирать защитные кожухи, иначе лучистая энергия будет упираться у нас в материал и не пускать, не проходить дальше в дом. Как уже говорилось, этот дом построен по каркасному принципу. Однако следует заметить, что необходимо отличать несколько видов таких построек. Немецкий фахверк, собранный из панелей, сделанных из смешанной глины с соломой и соединенные характерными черными поперечинами. Канадский, который строят из так называемых сэндвич-панелей, и такой тип дома, о котором речь идет сегодня. Отличие состоит в том, что этот дом возводился не цельными панелями, а конструировался элементно. Утеплитель Геокар здесь обшивается гипсокартоном. Несмотря на то, что стены дома легкие, своих тепловых свойств они не теряют, а благодаря обшивке из блокхауса и двойному каркасу, стены дома довольно прочные, в отличие, например, от канадских, где стенку можно легко продавить. Кроме того, можно сказать, что строительство этого дома практически безотходное производство. Весь строительный мусор природного происхождения используется в строительстве. А теперь наш постоянный эксперт Андрей Курашев побеседует с автором проекта Анатолием Наденным для того, чтобы узнать больше о технологии возведения этого дома. Анатолий Васильевич, расскажите, пожалуйста, вот мы видим здесь необычные такие сложные деревянные сооружения. Дом ваш, мы знаем, вы рассказали нам, каркасный, состоит из наружной и внутренней стены. Вот расскажите, пожалуйста, что здесь особенного, чем этот каркас отличается от обычного каркаса, который делают люди, ну, в общем-то, несведущие особенно и самых простых вариантов каркасных домов? Ну, мы отказались от тех стыковочных узлов, которые предлагаются при конструировании деревянных домов. Отказались их по причине того, что они не дают той прочности и надежности в эксплуатации, особенно в сейсмических районах. Поэтому мы сразу делали конструкцию из расчета такого, что универсальную, выдерживающую большие ветровые нагрузки. Поэтому здесь проходной вариант крепления, нет стыковок в местах крепления. Они идут снизу до конька, желательно цельными элементами, или только те, которые применяются стыковка, там, где не хватает 6-метровой длины. И по горизонтали также идут сквозные соединения между собой, и лишь только в тех местах идут в стык, ну, только те элементы, которые не хватает ее штатной длины. Угу. Все остальное идет из цельных элементов, собирается весь дом. Дом уже практически закончен, и конструкция каркаса видна лишь на нежилом чердаке. Но несмотря на это, здесь утеплены не только перекрытия между жилым помещением, но и сама кровля. К сожалению, заложить геокар везде не удалось, и строители частично использовали минеральную вату. Однако только в тех местах, где она уж точно не будет соприкасаться с водой. Также для уменьшения влажности здесь традиционно положены паропрозрачные пленки и другие привычные материалы. Вот подскажите, почему здесь такие поперечные, как бы, вот это состоит из двух конструкций деревянных, это еще из двух. Это вот как-то устойчивость придает, что ли? Какую-то? Это не только устойчивость придает, но и одновременно как бы повышает прочность конструкции, потому что мы два элемента, симметрично крепя их с проходным внутри элементом проходным, с двух сторон крепя гвоздями, мы таким образом добиваемся высочайшей жесткости. Да, здесь есть незначительный перерасход древесины относительно вот простого каркаса, да, относительно. Но он все равно намного меньше, чем в сплошном строительстве. То есть, если делается брусовой дом. Угу. То есть, он в два раза расход материала, все равно как минимум в два раза это будет меньше. Угу. А прочность намного превышает обычное строительство. Угу. И вот этот материал, геокар, из которого сделан, собственно, дом. Расскажите, пожалуйста, нам, что это такое? Вот я вижу, что он легкий такой, похож даже... На пенистый материал. Да, на вспененный какой-нибудь...
на какой-то пенопласт, но он не пенопласт, он совершенно ничем не пахнет. Он просто из кусочков дерева как будто состоит. Да, ну это обычный торф, только приготовленный по определенной технологии. В качестве связующего здесь применяется тот же самый торф. Сам торф называется связующим веществом. Наполнение здесь может быть резаная солома, костра или любой другой наполнитель. Также можно быть измельченные отходы, растительные отходы измельченные. Затем все это замешивается, прессуется до определенной формы и сушится. И готов материал к употреблению. Горение, то есть гореть, он ограниченно горюч, скажем так. Тлеющее горение без доступа воздуха затухает. А почему его так мало используют у нас? Я вот услышал о нем практически недавно совсем, в то время, как я понимаю, у нас в России очень много торфа, везде у нас много леса, много торфа, это природный доступный материал. Где его можно купить, кто его выпускает, вот какая тут ситуация? Значит, заводы по производству такого материала делают в Твери. Готовые заводы вместе с сушильными камерами они сейчас выпускают, опробуют его все в производстве и продают. Это не так сказать, что они мало распространен этот материал. Он применялся и раньше в строительстве, еще там нашими дедами. Но вот такое качественное изготовление начало вот буквально последних 10 лет. Материал не разрушается, находясь в точке росы. Не требует дополнительных гидроизолирующих каких-либо, то есть естественно влажность его, порог влажности такой, что он может длительно храниться, не превышая, если на него не попадает открытый осадок. Как сделать так, чтобы дом потреблял как можно меньше энергии, но внутри помещения все равно поддерживалась нужная для жизни температура? Количество потребляемой энергии зависит от нескольких факторов. Материала, из которого сделан дом, его теплоемкости, изолирующих элементов, площади строения. С недавних пор в России стали возводить недорогие каркасные дома канадского типа, и проблема отопления стала в этих строениях особенно остра. Слоеная конструкция, где кроме дерева практически нет каких-либо способных накапливать и отдавать тепло материалов природного происхождения, летом безумно жарко и душно, а зимой очень холодно. И для того, чтобы обогреть такой дом, система отопления и кондиционирования должна работать постоянно. А если батареи станут холодными хотя бы на полчаса, то температура в помещении опустится до уличного состояния. Именно поэтому группа инженеров-конструкторов и задумалась над тем, как достичь компромисса в постройке каркасного дома, сделать его недорогим, но одновременно и энергоэффективным. О том, как они справились с этой задачей, расскажет автор проекта Анатолий Наденный. Говорят, что этот дом, ну вот вы говорите, да, энергосберегающий, да? В чем это выражается? Ну, ли потребляется меньше энергии и так далее? Ну, вот по данному дому у нас расчетная была нагрузка в 5 раз мы должны были снизить на квадратный метр нагрузку, а реально она меньше где-то около 8 раз. То есть потребление топлива по аналогичным домам на квадратный метр, если пересчитать, то у нас в 8 раз меньше потребления, чем в аналогичных домах по обычной технологии, доступной или применяемым сейчас строительством. То есть, как я понял, может быть правильно, может быть неправильно, каким образом вы этого добились? То есть за счет того, что вы заложили геокар, за счет этой каркасной технологии, или за счет чего, почему вот... Здесь же целый комплекс мер, которые мы применили. Во-первых, у нас подкрышное пространство – это жилое пространство, и оно также теплоизолировано, как и все жилое пространство во всем доме. То есть мы, если поднимемся наверх, посмотрим потолок, то у нас потолок имеет толщину свыше 50 сантиметров. Это тоже заполнено утеплителем. Угу. Да, и по всем, исходя из тех нормативов, как защитить утеплитель, и в том числе дом, чтобы он был живым. То есть, чтобы он был, как бы, как принято в народе говорить, дышащим домом. Поэтому здесь все соблюдено, и дом получается несколько отличным от обычного. Непривычные толщины стен, но они не удорожают строительство, а наоборот удешевляют. Как известно, существует несколько способов распределения тепла по дому – воздушный и лучевой. Сейчас в других домах, не энергосберегающих, обычных, используется прежде всего конвективный способ распределения тепла. То есть радиаторы настроены на обогрев прежде всего воздуха. С одной стороны, это правильно. Однако, если человек хочет распоряжаться выделяемым теплом рационально, необходимо оснастить дом радиаторами не только воздушными, но и лучевыми.
Лучевое тепло распространяется по всему дому, отапливая не только воздух, но и предметы в помещении, в том числе и кожу человека. Такой обогрев похож на солнечное тепло, когда камни или песок гораздо горячее, чем воздух. При таком отоплении нагреть комнату можно гораздо быстрее, чем при воздушном, ведь горячий воздух готов проникнуть в любую щель и улетучиться. Возьмите хотя бы вентиляцию. Именно поэтому идеальным вариантом станет универсальный способ распределения тепла, в котором предусмотрены как лучевой прием, так и воздушный. И хочется сказать еще о том, что в теплом энергосберегающем доме размеры окон играют весьма важную роль. Вот мы видим здесь обычные нормальные окна, не витрины, как делают обычно для красоты. Тем не менее, конечно, вот окна излучают весьма много энергии. И даже если мы уберем составляющую энергетическую от стен и от крыши, утеплив их многократно больше норм СНИПа, в данном случае стены утеплены в 3 раза больше, чем по нормам СНИПа, то все равно достаточно большое количество энергии у нас будет теряться в доме сквозь окна, которые тоже нужно закрывать в этом случае теплозащитными ставнями на ночь. И будет теряться большое количество энергии с воздухом, который должен для вентиляции поступать в дом и прогреваться. Но в данном случае в дом. Дом состоит исключительно из экологически чистых материалов и не содержит никакой химии, никаких утеплителей на искусственной основе. Ни пенопластов, ни пенополистиролов никаких, ни экструдированных. И здесь нету вредных испарений, поэтому количество воздуха, которое необходимо этому дому для дыхания людей, может быть значительно меньше, чем по нормам СНИПа. Но тем не менее, все равно, конечно, его нужно греть. Эффективность потребления энергии и топлива зависит в том числе и от рационального расположения всех нагревателей в доме. Ведь тепло дают не только батареи внутреннего отопления и камин, но вы удивитесь, и лампы накаливания. Благодаря тому, что геокар не позволяет холоду с улицы заходить в дом, а обшивка из блокхауса помогает сохранить тепло внутри, даже обычная бытовая лампа в 60 Вт способна нагреть небольшое помещение. Однако в этом доме имеется и такой мощнейший источник энергии, как камин. Тепло камина используется здесь весьма рационально. Сквозь стены дома проходит дымоход, согревая помещение как на первом, так и на втором этаже. Также, если электричество в доме отключится, и другие системы отопления тоже перестанут по какой-то причине работать, то с помощью камина можно будет не только протопить жилое помещение, но и нагреть горячей воды. Подробнее об устройстве камина на данном объекте побеседуем с нашим постоянным экспертом Андреем Курышевым. Андрей, вот что это такое за необычный камин и почему он такой странной формы? Можете нам рассказать? В энергосберегающем доме он энергосберегающий и не только потому, что у него теплые стены, а потому, что в нем используются простые, эффективные, в том числе обогревательные конструкции. Вот. В частности, этот камин вообще считается неэффективной обогревательной конструкцией. Ну да, потому что... Он забирает огромное количество воздуха из помещения, открытый камин. И, как правило, в помещении становится от этого не теплее, а холоднее. И вот если вспомнить фильмы с англичанами, которые греются у камина в шубе, вот как раз это тот случай. Этот камин отличается от других конструкций тем, что он... Во-первых, он привязан к этому дому, привязан к этому помещению. Обычно камины у нас владельцы домов выбирают по картинке. Жена или муж, или ну, теща, какой красивее, или теща кому-то нравится, тыкают пальцем в картинку и говорят печнику или каминщику, сделайте такой камин. Почему? Ну, потому что нам хочется. На самом деле, геометрия камина, размеры топки, объем вытяжки зависит от конфигурации комнаты. Буквально зависит даже не только от кубатуры помещения, но и от расстояния до соседней стены. Поэтому грамотные печники и каминщики, они знают, какие камины можно делать в каком-то помещении, какие нельзя. Это первое. Во-вторых, этот камин сделан таким, вот с такими необычными реброобразными конструкциями для того, чтобы он излучал максимальное количество лучевой энергии, тепла. Если бы у нас тепло излучает плоскость, более ничего. Плоскость нагретая до какой-то температуры. Если бы у нас
лицевая часть камина была просто плоская, то площадь ее была бы меньше, чем она вот такой сложной формы. И речь идет не об усложнении формы как таковой, а о том, что вот каждый кусочек этой поверхности, нагревшись, излучает тепло равномерно. Вот в данном случае он излучает на меня, потом туда, потом туда, потом туда, потом туда. И вот здесь стоит ряд таких полукруглых излучателей, которые трансформируют тепло равномерно во всю комнату, расфокусируя его на угол, сколько здесь получается, 90 градусов. Вот. Это повышает лучевую отдачу любого печи, камина. Вот такая конфигурация. То есть этим камином можно нагреть комнату, это в принципе? Да, этим камином. Даже если тут нет радиатора, можно нагреть комнату. То есть у него повышена лучевая составляющая таким образом. И поэтому и вот кирпичики специальные делают так, чтобы люди как бы об этом знают. Вот сейчас я вам проведу простой эксперимент. Сейчас я подожгу кусочек бумажки. Вот. И вот видите, здесь тяга достаточно высокая. Ну да. Вот я выношу его. И здесь уже практически у нас как бы тяги нету. Вот на расстоянии, видите, уже тяги внутрь камина, воздуха нет. Ну вот здесь, конечно, по низу есть, но в обычном камине у нас была бы тяга очень большая. То есть у нас бы вот, даже если люди курят, вот здесь вот дым устремляется в камин и вылетает. А здесь, видите, он вот дымит и практически не уходит в камин. Как это получается? Но это хорошо или плохо? Да, это хорошо. Это хорошо, потому что помещение не теряет свой теплый воздух. То есть оно теряет, но в гораздо меньших объемах. Это происходит благодаря тому, что внутри камина у нас, вот видите, такая решеточка. Вот такие решеточки есть внутри каждого камина. Но разница между этой решеточкой и обычными решеточками в том, что в обычную решетку воздух поступает, как правило, здесь внизу камина находится отверстие поддув. Воздух поступает из комнаты в поддув сквозь решетку и выходит в вентиляцию. А здесь воздух поступает в решетку из подполья. Таким образом, для камина сделана специальная отдельная приточная вентиляция. Чтобы он не остужал воздух в комнате, он вентилирует подполье. Подполье этого дома достаточно обильное, обширное. И подполье любое должно вентилироваться. Вот, естественно, вентиляция подполья не всегда бывает хорошей и эффективной. А здесь как раз, когда топится камин, то подполье втягивает в себя свежий воздух, а старый, может быть, даже сырой, и какой-то вытягивает наружу. Так обычно делалось в русских печах, когда в деревнях люди жили. Иначе бы русская печь, которая топилась с утра до вечера, выгребала бы весь теплый воздух из помещения, из дома. Это второй момент. И третий момент. Вот мы не можем, к сожалению, этого показать, потому что все уже сделано. Вот в этом доме вытяжные каналы для теплого воздуха, что воздуха из котла, что воздуха из камина, совмещены с впускной вентиляцией, с втяжной. То есть, таким образом, теплый воздух выходит из дома, там есть разделение кирпичом двух каналов, а холодный воздух наружный заходит в дом и нагревается от теплого воздуха. Таким образом, мы имеем очень недорогую, естественную рекуперацию воздуха. Она, может быть, происходит не так эффективно, как в дорогостоящих рекуператорах, которые стоят десятки тысяч евро. Которые специально гоняют таким образом. Но эта рекуперация простая, естественная и не требует никаких технических устройств. Таким образом, воздух в дом приходит уже утепленный, уже прогретый. Ну, может быть, прогретый не совсем до комнатной температуры, но уже случае, не морозный. То есть, если, например, на улице у нас минус 30, как прошлой зимой, да, было? Ну, как зимой часто бывает. То есть воздух минус 30, который, да, заходит и уже здесь нагревается хотя бы до нуля. Хотя бы до нуля, да. То есть это уже во многом снижает теплопотери дома. Вот такая вот необычная конструкция камина. То есть и этот камин, и, в принципе, система отопления позволяет достаточной степени экономить тепловую энергию. Да, именно так. И, собственно, экономить... Экономить именно не просто экономить, а экономить простыми
средствами, без участия технических приборов, вентиляторов, каких-то специальных сделанных вентканалов, металлических и прочих. Как вы помните, этот дом построен в Новгородской области. В этой местности очень силен холодный северный ветер, который способен выгонять тепло из любого дома. Именно поэтому здесь установлен двойной каркас. Ведь нужно помнить, что именно герметичность стен дома обеспечивает надежную защиту от уличных холодов. Конечно, добиться полной герметичности нельзя. Однако постараться максимально снизить количество отверстий, через которые может выйти тепло, все-таки можно. Для этого, как в русских избах, щели забивают пакли или мхом. Как ни странно, но эти веками применявшиеся русским народом материалы являются гораздо лучшим заполнителем, нежели современные, искусственные, сделанные из химических полимеров материалы. Тему продолжит Андрей Курышев. Вот мы находимся сейчас в котельной вот этого теплого энергосберегающего дома. И конструкторы дома ставили перед собой задачу сделать систему дома из доступных, эффективных, экологически чистых, в общем-то, материалов российского производства. В данном случае в качестве котла для отопления дома, потому что он все равно требует отопления, использован обычный российский котел. Называется он КЧМ. Он чугунный. Котел на 40 киловатт. Он очень недорогой. Стоит порядка 10 тысяч рублей всего лишь. И здесь сделана система отопления с естественной циркуляцией, не зависящей от электричества. Вот мы видим из котла, вот так называемая труба, вот эта труба называется подача. Вот она идет, это называется центральный стояк, дальше он уходит на второй этаж, и там происходит разлив. Вот в данном случае термометр показывает, что мы только что затопили дрова, раскочегарили дом, приехав недавно, 60 градусов Цельсия температура подачи. Очень высокая температура, ну не очень высокая, но выше, чем нужно для дома. Просто нужно привыкнуть к тому, какое количество дров следует класть в котел. Мы приехали, сейчас дом еще практически не эксплуатировался, без опыта, нагрузили котел полный, вот сейчас он догорает. Котел, в принципе, неплохой. Вот чугунная крышка, открывается, догорают там наши дрова, которые есть. Есть у котла поддув, все достаточно просто. Единственным недостатком этой конструкции является то, что здесь отсутствует термостат, которые обычно присутствуют у дорогих заграничных котлов. Термостат следит за тем, чтобы температура горения внутри, температура теплоносителя не поднялась выше недопустимой, порядка 90 градусов. То есть, грубо говоря, чтобы он не вскипел. И закрывает поддув. Вот в данном случае в этом котле нет такого прибора, и нужно топить его просто с умом, иначе мы запросто можем вскипятить весь теплоноситель. Ну, в принципе, к катастрофическим последствиям это не приведет, потому что здесь трубы сделаны из железа, обычные стальные трубы. Вот эти кусочки металлопластика, вы на них не смотрите, они просто для того, чтобы запитать рядом стоящий водонагреватель, бойлер. Вот. Вот здесь обратный клапан стоит. Вот бойлер запитан при помощи циркуляционного насоса, а вся система отопления простая, работающая на гравитационном принципе. Теплая вода, здесь, правда, залит тосол. Теплый теплоноситель расширяется, поднимается вверх, холодный, соответственно, приходит вниз. Вот через эти трубы. Вот, собственно, все просто и незатейливо. А зачем тосол заливается? А тосол в системе. Тосол в системе нужен для того, чтобы этот дом был не замерзающим. Даже если хозяева уедут отсюда и бросят его зимой, то тосол не замерзнет до температуры порядка минус 20-30 градусов. Таким образом, приехав сюда в любое время дня и ночи, зимой, в любой мороз, можно разогреть этот дом и через пару суток уже здесь комфортно жить. Почему говорю через пару суток? Потому что дом из геокара обладает хорошей, большой теплоемкостью, несмотря на то, что он теплый, он еще и теплоемкий. Поэтому он не так быстро разогревается, хотя, в принципе, стены обиты внутри деревом, поэтому если будет такой тепловой удар мощный, то будет сначала тепло, а потом прогреются стены. То есть здесь все сделано очень правильно и хорошо. Единственное, конечно, я бы поставил более совершенный котел, но задача была поставлена сделать все недорогими российскими материалами, и она была успешно выполнена. А теперь давайте подведем итог. Энергосберегающий дом должен.
А – быть хорошо утеплен, причем не минеральными ватами, а природным материалом, типа торфоблока «Геокар». Б – иметь хорошую, надежную, универсальную систему отопления. Однако это, конечно, не все, что можно было рассказать об энергосберегающем доме. Но у конструкторов уже появилась возможность исправить ошибки на следующем объекте. Значит, теплицу, которая приближает вегетативный срок, ну, как бы выращивания до 3 месяцев, зимой только не выращиваем, начиная с конца февраля, вот как сейчас уже можно начинать выращивать зелень. И в конце ноября заканчивается этот вегетативный как бы срок, тоже зеленью заканчивается. Вот. Разработали гараж, ну, для сельских, мы скажем так, индивидуальный гараж, мастерскую, которая при зимнем периоде температура меньше, чем плюс 8, не может опуститься. То есть в гараже будет, независимо от того, хочешь вы или хотите вы или нет, температура будет минимально будет плюс 8. Ну, это достигается за счет все тех же аккумулирующих систем. Солнечной, одна из стен гаража является солнечным тепловым коллектором, который даже в зимний период работает хотя бы 2-3 часа в январь, но она дает дополнительную энергию в гараж. Ну и все эти разработки мы оформили сейчас в рекомендации. Так называемая рекомендация для сельского застройщика. Эта книга выйдет буквально в течение 2-3 недель из печати. Но, как мы говорим, продавать мы ее не будем вот в сеть. Она, ее можно приобрести будет у нас в офисе, либо оптом, либо в розницу. И также можно получить будет вот эту всю информацию на дисках, там, на носителях и на другую информацию, как бесплатную, так и платную. Ну, это в зависимости от того, кто для каких целей эту информацию приобретает. И еще, что мы вам предлагаем, для тех, кто хочет заняться строительным, как бы, ну, так называемым бизнесом, но не бизнесом, а удовлетворить потребности свои и как-то найти место в своей жизни, для этого мы предлагаем нашу разработку, как бы, выкупить у нас. Если для тех людей, кто с благородными целями, это, конечно, очень дешево. Если по западным оценкам эта разработка стоит по каждому объекту свыше 1,5 миллиона евро, то мы ее, конечно, за такие цены не продаем для своих, а для, ну, по себестоимости, как нам она подаст. Это для тех, кто захочет заняться массовым строительством, как здесь присутствует, допустим, типа анастасийцев, там, или те люди, которые устраивают свою жизнь на природе, или хотят построить себе сельский дом, ну, как бы дом за городом, то для них эта информация как отдельный индивидуальный проект можем сделать, так и вот как концепцию, то есть вместе с технологией продать, и он уже может сам распространять и продавать дальше другим потребителям эту технологию. Мы не запрещаем этим делом, то есть для нас, как это называется, пиратство, это вопрос закрытый, мы пиратов приветствуем. Чем больше будет пиратов, тем больше будет людей хорошо жить. Поэтому вот и для этих целей тоже можно будет один раз выкупив у нас как бы разработку, а дальше ее тиражировать по своему усмотрению за любую цену, какую ему в голову придет. Так же, как и на эти диски, мы говорим, что мы вот в этом 50-60-100 рублей, это диск с информацией, которую вы посмотрите на нем, он стоит в десятки раз дороже, потому что там информации намного больше. Но мы ее даем, пусть люди доступны, как бы, не задерживаем их в цене, пусть они распространяют ее, тиражируют тоже и продают. Это мы не будем предъявлять претензии, как авторы этого информационного материала. Ну, вот, чтобы теперь давайте, если у вас есть вопросы, то я готов на них ответить. Я думаю, вопросы будут и не должны быть, потому что информация достаточно непривычная или не совсем доступная, потому что, несмотря на то, что она на сайте есть, все-таки ее мало кто знает.